Музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина, проекты «Электроэлектричка» и «Усадебный экспресс» пригласили всех неравнодушных принять участие в субботнике по покосу травы. Прогулочный маршрут из усадьбы Веземы в усадьбу Захарова проходит через поле, и сейчас он сильно зарос. Необходима помощь добровольцев с собственными бензиновыми триммерами и другим инструментом. Мероприятие состоится 18 июля. По окончании работ для участников субботника проведут экскурсию.